Ребятки, всем привет, с вами Александр и Jurassic World The Game. Че у нас тут? Голосование за гибрида, ну вернись обратно, кому я сказал. Голосование за гибрид, какой гибрид вы хотите увидеть в новом турнире, ребятки? Не знаю, больше всех мне тут нравится Горгазух, но это вообще все самые классные гибриды, они, короче, жутко демагеры, 5 косарей урона, сколько там, 4 косаря урона, и здесь, ну, 2 косаря урона. Самый красивый из них, конечно... вот, но, наверное, самый нужный кто-то из них, наверное, стегнозавр. Хотя нет, наверное, может метриофодон. Да, потому что ну, амфибий, в принципе, довольно много, я бы так сказал. Ну, а травоядные, в общем-то, редко нужны. Птерозавров не так уж много в противниках. Также вот увидел такую вот картинку. Жажда битвы. Скоро начнется новый турнир. Думаю, вау, круто. Новый какой-то динозавр будет. Может, это Т-рекс. В общем-то, морда похожа на Т-рекса. А потом тут смотришь, блин, тут рядом картинка. Как бы уже как бы вроде начался турнир на Цератозавра. Вот я не пойму, это что, одно и то же? Или это... Да, одно и то же, по идее. Но вряд ли это они тут что-то придумают, что это было бы что-то другое, да? Ну, а сегодняшняя наша серия, это, ребятки, Кракен 18. Это второй раз всего лишь появляется этот босс у нас. То есть он самый, один из самых редких. Давайте посмотрим, кто у нас уже тут был. Саламандра еще тоже редкая. Так, не, хотя нет, смотрите. Вот статуэтки. Давайте сейчас мы приблизим. Так. Колоссы, ну, были уже, наверное, минимум трижды, наверное, у меня только две статуэтки, но были они, скорее всего, трижды. Там омеги были уже, не знаю, наверное, раза четыре, раз альфы были дважды, они альфы у нас по Хэллоуинам, даже водоворот был дважды, ну, я даже не знаю, когда саламандры были дважды. Так, вот этих вот, Вулкан 19 тоже был уже минимум дважды, хочу Джаггернаута, его никак нам не дадут. Ну, у меня тут уже всего по два, кроме, нету статуэтки Джаггернаута тогда, я ведь почему-то не получил, или может еще тогда не давали год или два назад. И есть вот такая вот у нас статуэтка Кракена, ребятки, так что, в общем-то, сюда мы сейчас и отправимся. Вот наш босс. Трампа-мапам. Чтобы получить босса, нужно просто хотя бы принять участие в одном бое, и чтобы все вместе выполнили вот это условие. Вот так вот. Эта штука работает, если кто вдруг не знал. И будем начинать с каких-то слабеньких, чтобы побольше генов заработать. Сейчас проведем несколько поединков. Смотрите, здесь всего лишь 94. Ребята, интересно, кто-то выполнял вот эти все условия? Блин. Не, вообще-то это можно сделать. Просто долго. Долго. Короче. Это такое можно сделать. Можно попросить вот этот аккаунт с безлимитными ресурсами. И, короче, сделать типа стрим, где там часа два, наверное, чтобы выполнить все эти условия. Нужно подать. Ну, это просто будет скучно. Если бы это были еще наземные, было бы поинтереснее. А так эти всякие моллюски не так интересны. Итак, это существо у нас... У нас имеет вот, вот такие вот показатели. В принципе, мы сейчас можем начать с чего угодно. С чего угодно. Даже можем начать с каких-то рифовых. Ну, дальше как бы... Вот дальше вот этого, наверное, опускаться не стоит. Вот, у меня, ребятки, даже два мозазавра есть. Давайте вот мозазавра возьмем. Возьмем, давайте того же Артакона возьмем. Против кого он слабый? Ну и Кранозавра. То есть они слабенькие. Давайте сейчас такую чехарду будем брать, кого попало. Пока противник как бы еще позволяет. Ну, это круто. Ну, он выглядит круто, этот босс, что не говори, а выглядит он шикарно. Да, я так чувствую, Мозазавр сейчас его-то пробьет. Кракен может тоже справиться еще разок, а вот Кроник уже, наверное, не справится. Ну ладно, может, накопим баллы, переключимся на Кроника. Блин, ну Кроник ничего не сможет сделать, но хотя бы посмотреть, как оно да чё. Ну, картинки классные. Вообще шикардос это все дело. Ну, о, вообще. Вообще прикольный. Прикольный босс.
Ну, как у меня запахло чем-то вкусным с кухни. Так, ладно, давайте сливаем кранозавра. Ой, какой красивый кранозаврик у нас. Ну, не пробил, скорее всего, но попытался. Красиво как, блин, как классно это выглядит. Ах, 156 осталось. Ну, ты почти смог, Кроник. Ты почти это сделал. Вау, удар молнией. Так, и теперь вот твой младший собрат. Трубочка с кремом, да? Ну, вот так сделаем. Одновременно всплыли и отлично, мы выжили. Так, а у него там остался балл, я не посчитал, ну ладно. Ну да, насколько он меньше выглядит, да, правда ведь? Бакулит, гигантский арт. Ух ты, блин, ну прикольно. Я бы, вот знаете, если по нем, по нему бегали вот эти вот разряды молнии постоянно, было бы вообще шикарно, то они так слишком редко простреливают. Так, ну надо же сейчас взять бакулита сюда бы, да? Ах ты ж гаденыш! Пробил, да? Блин, я что-то не рассчитывал. Ну ладно. Вау, струю пустил. Прикольно, я уже и подзабыл. Прикольный босс, мне нравится. Мне нравится, как он выглядит. Так. Совершите 4 атаки на сумму 4 очков. Нанесите 1000 урона. 2 атаки на сумму 8 очков. Ну, такие условия, да. Надо поморочиться, конечно, чтобы их выполнять. Но ничего страшного, мы это все сделаем сейчас. Так, гигантский артакон. Бакулит, мне вот интересно. Интересен мне бакулит. Гауфик тут у нас еще есть. А ну-ка, блин, бакулитик. Аммонит, ну бакулит, ну просто посмотреть на него, как он смотрится в паре. Ну он слабенький, да, получается. Вот бакулит. Не понял, а почему я тут его не нашел? Где мой 40-й бакулит? Вот он. Ну вот так вот. Так, это все придется пропускать. Оно не жизнеспособно. Даже гауфика нельзя брать. Ну, вообще просто не способен. О, подождите, а почему у него плюс 1500? У него разве так? У него же было 3 косаря. Что за глюк? Ну, давайте возьмем мегалодона тогда. Ну и пусть будет мозик еще разок. А, блин, это у него осталось 1500. Ну, оно сбивает с толку. Так, вот, вот это его собрат. Бакулит, да, у нас все-таки не артакон, а бакулит. Битва моллюсков. Красиво смотрится, очень шикарно. Гигантский артакон отдыхает. Бакулит смотрится круче. Ну да, и вот шарашит током, как Франкенштейна, только когда он воскресает. Недоработка. Лучше бы проработали. Давайте, ну, на 8 выполним условия, проатаковать на 8. Один балл он себе приберет, но это не страшно.
какие красивые, как, вот здесь можно вообще скриншотов наделать, очень четкие, резкие такие картинки будут. Босс повержен. И готов своим попугаиным, как это сказать, попугаиным клювом прокусить бошку мозазавра. И все замазать чернилами. Так, давайте посмотрим. Нам нужно еще раз на 8 проатаковать. 1000 урона есть. 3000 урона. Еще 4 атаки на 4, блин. Ну, лучше бы вот атака на 8 перекрывала одну атаку на 4. Добавьте в команду 2 существа типа легендарный. Что такое 3R? А, 3 раза. То есть взять двух легендарных существ. Ну, давайте. Давайте возьмем двух легендарных. Еще проатаковать на 4 нужно. Так, легендарные существа. Так, ну Гауфика уже брать нет. Водных можно пытаться здесь взять. Кайвеки, они слабо, у него 3 косаря сила удара, блин, на это. Надо уже вот тут где-то брать. Допустим, Хайнозавр, Тилозавр и Эдестус. Проатаковать на 4 пару раз желательно, да? Ну, вообще-то надо было взять, наверное, самых сильных пещерных сейчас. Ну давайте было просто выполнять условия. Очень крепкий он такой. Парнишка, ну в смысле по силе удара. Так, делаем условия. Раз, два, три, четыре. Пробил. Да, нет, осталось немножко, останется. У него 5, атака на 4. Отлично. Так, ну здесь не буду атаковать на 4, потому что это совсем уж глупо. Так, уровень босса 5. А, ну чё я вообще защищался? Так, ты кто мне скажет? Блин, ну я его так не пробиваю, блин, ну не могу я проатаковать сейчас на 4. Ну, вообще-то мог. Ну ладно. Ну, трех легионов, по крайней мере, одно условие мы выполнили. Ну да, это, блин, тут реально надо боев, наверное, 50-70 провести, чтобы все условия выполнить. 25 косарей, вот тебе и нету. Так, ну давайте смотреть, чем мы тут выполнили. Ну вот, да. Это выполнили. Ну дальше мы по-любому будем сражаться всеми легендарными, потому что оно будет выполняться, и нанесение урона тоже будет выполняться. Ну, на 4, на 8 нужно проатаковать. Блин, ну, проще было бы на 8, наверное, проатаковать. Блин, нет, опять не туда. Давайте еще один боечек сделаем. В принципе, сейчас можно брать самых жирных рифовых. Ну, на, по крайней мере, вот таких вот. На что они вообще там способны? Вот давайте возьмем вот этих. Потому что дальше они уже будут бесполезны. А про рифовых я вообще молчу. Ну, посмотри, какая клешня с какими шипами. А? 5000! Он меня сейчас полюбасу атакует. То есть моя задача здесь просто накопить баллы, хотя бы разок проатаковать, я так понимаю.
вообще, да, как видите, разбирает он всех на раз-два. Так, ну я сейчас тогда что делаю? Просто проатакую на 4. Чисто по приколу 2 в защиту. Он меня просто точно пробьет, но условия хотя бы выполню. Наверное, мы сейчас еще сделаем последний бой. Может, посражаемся с самыми сильными пещерными, ну, гротовыми. Потому что они потом дальше нам уже не пригодятся, наверное. Сколько я урону нанес? Там 5 костей надо было нанести урона. И всего 6800, но вы понимаете, мы гоняемся за выполнением вот этого условия. Ух ты. Пятерочку нанес, я таки пятерочку нанес, 10 тысяч урона. Ну, давайте. Давайте. Ну, нет, надо вот как-то... Вот опять выплывет 3 легендарных, нанесем 10 тысяч урона, если протокуем на 8. Так, ну опять же, смотрите, я не могу вынести даже одного его удара, в этом, короче, большая проблема. Он нас вот так вот просто шинкует, то есть реально я один удар. Так, ну вот сейчас он, по идее, не должен атаковать. Не, он взял и проатаковал, блин. А я 8 баллов не успел накопить. Блин, ну вот чё, ну вот мне тупо на 4 бить. Ну ладно, хоть пробью. Тут как бы без разницы, да, но 10 тысяч урона не нанес, конечно. Ну и чё, интересно по приколу, когда ты просто стараешься выполнить условия, а не просто победить. Да, это заставляет тебя умирать раньше. Девять. Ну, да. Ну вот, хотя бы это выполнил. Добавьте в команду два существа типа супер редкие. И что с ними делать, супер редкими этими? А, так это суммарно нужно нанести 9500 урона. А, это легко. Это легко, ребятки. Так, ну ладно, давайте мы уже там будем его разбирать дальше. Все существа. Во, редкость. То есть нужно вот супер редких два взять. Ну, давайте, может, это, ладно, еще раз давайте сходим. Где тут серебряные картинки? Вот. Супер редкие. Ну давайте посмотрим на них, как они будут смотреться. А, кто-то убежал, да? И Тилика возьмем. Ну, постараемся сделать что? Постараемся с помощью двух динозавров насобирать просто баллы. Посмотрим, как Лептостега смотрится против этого парня. Лептостега красотка. Ну, кстати, как красиво выглядят наши динозавры. Ну, да, Кирилла, не динозавры, вы поняли меня. Блин, шикарно. Вот, можно скриншоты вот делать. Эх. 90 бьет психодерма. Так, ну о, так я теперь уже могу атаковать по полной, я так понимаю. На 8 сейчас могу проатаковать. То есть на 4 я уже вроде как выполнил условия. И сейчас и урончика мы получим. Сколько надо. Пробьем этого гаденыша на изичах. Ну,
ну давай, отстаивай. Мы долго ждали, долго и много раз мы умирали, чтобы ты смог нанести своих 8 ударов. И в ответ получаем максималочку. Вот и все, ребята. Семнадцать косарей, это неплохо. То есть, это суммарно нужно нанести. Я думал, что-то за один удар, за раз. А это нет, типа суммарно. Но оно сбросилось, видите, там от боя к бою оно сбрасывается, но это суммарно за весь бой, за все 3 существа. Так, мы уже выполнили 9, смотрите, условий, неплохо. 25 тысяч урона, потратьте 40 очков на существ категории атаковать. А вот оно как, 40 очков, это типа 5 раз по 8, вот такого, ну, суммарно, это за один бой, или оно будет копиться, потому что если нет, то это как бы фиг сделаешь уже на таком-то уровне, ну, то есть оно появляется, когда ты уже провел много поединков, и противник уже силен. То есть, ну, супер редких еще можно взять. Ладно, с этим будем разбираться уже в следующей серии. До скорых встреч, ребятки.